Повернемося трошки до дня вчорашнього, тому що збурили соцмережі, збурили суспільство. Новина про те, що упіймали лідера ОПЗЖ, кума Володимира Путіна, Віктора Медведчука. Як вам, чи припала до душі ця новина? Як гадаєте, яке майбутнє на нього чекає? Тому що вже зараз починаємо говорити про те, що, можливо, це буде якраз обмінний ресурс. Ви знаєте, хорошо, що його поймали. Очень хорошо. Плохо, что его отпустили перед этим. Он же был под домашним арестом и вдруг загадочно пропал. У меня есть такое подозрение, что его кто-то выпустил. Но у нас же предателей немало, поэтому вполне возможно. Что касается обмена Медведчука. Я не знаю, нужен ли Медведчук России, потому что в моем понимании Медведчук крыса. Он же получал от Путина огромные деньги, говорят, миллиард долларов на то, чтобы вредить Украине, на то, чтобы формировать людей, которые будут работать с российскими спецслужбами, которые будут здесь пятой колонной, которые будут выступать на телеканалах, поносить Украину и так далее. Медведчук был оплотом пророссийских сил в Украине. И, ну, насколько мне рассказывали, ему выделили на это, Путин выделил на это миллиард долларов, из которых, говорят, он использовал миллионов сто долларов на то, что Путин ему говорил делать. Остальное просто присвоил. Поэтому у меня есть сомнения, хочет ли Медведчук в Россию и хочет ли Россия, чтобы Медведчук туда приехал. Я считаю, что у Медведчука нужно получить все показания сейчас, немедленно, относительно того, как формировался фронт российский против Украины здесь, на территории нашей страны. Кто был завербован российскими спецслужбами, кто является поименно пятой колонной в Украине, которую крышевал, формировал Медведчук. Вот эти показания крайне важны. Мы должны знать своих героев, в кавычках, в лицо. Потому что я много лет, лет 10 об этом твержу, как, знаете, это уже одно время уже не смешно было. Мне говорили, ты везде ищешь российских агентов, тебе везде мерещатся российские агенты. Мне они не мерещились, я их знал и знаю. Я очень удивляюсь, почему их не называют публично. Вот Медведчук, я думаю, должен дать показания, вследствие чего озвучить фамилии конкретных людей, которые были завербованы российскими спецслужбами, которые являлись агентами влияния России, которые вели здесь страшную антиукраинскую работу и благодаря которым стало в результате возможным вторжение Путина в Украину. Як думаєте, чи будуть ще ось такі досить відомі і впливові, скажімо, персони, які зараз у слід за Медведчуком можуть бути спіймані, затримані, там, притягнуті до відповідальності? Я думаю, да, їх буде немало.